рыться в космосе страх. Все вольно держится, мобильно движется, предельно вяжется в нем. Земля уверенно лежит на трех китах. А мы с тобой бы как бог весь начнем. Ну, нормально. Смакую. Давай. Ванька, давай, давай. Что там дальше? В кино премьера, проснись и пой. Билетов нету, денег на билеты тоже. Пойти послать письмо в газету о том, что землю лучше все же не спасать. Она не даром ведь такая плоская, везде похожа на диск. Нарочно выдуман для населения неограниченный край. Земля уверенно идет на этот риск. А мы никак того не ценим. Ай-яй-яй. Что там дальше? Шуршат потемки, коптит фонарь, летит аэробус. В тучах не весьма заметный, сижу, верчу небесный глобус, читаю атлас межпланетный и молчу, а что тут вымолвишь, когда способен лишь на междометие. Ах, но в крайнем случае, как исключение, на восклицание. Ой, земля уверена лежит на трех китах. А мы с тобой, мы с тобою, мы с тобой. Цветет урюк в цене, пропустили, да. Цветет торговля урюк в цене. Цветет торговля изюм в цене. На верхней точке спрос на чемшу и сорга. А я зачах на нервной почве. Не в силах думать без восторга о китах. Какое мужество, какая грация, две тысячи тонн. Какое плавное существование, какой несуетный нрав. Ты размеренно глотают свой планктон. А мы растерянно глядим на сей свой граф. Сей свой граф. Потому что теряет смысл дальнейшего повествования. Щербаков. Это какой-то фильм, в котором речь идет о спасении Земли. Какой-то степени. И поэтому дальше идут не Ванька, к сожалению. Землю все же лучше не спасать. К сожалению, не Иван Русланович. Отсылаясь к Забрийскому поинту. Ну, все впереди. Ну, а «Восьмисти пой» о чем это? Расчисть Забрийский поинт. Кто это знает? Я знаю. Только ты. Понимаешь, ну зачем брать у автора и отрывать вот эту вещь, изюминку? А кто не знает, пусть обратится в энциклопедию, почитает. Понимаешь? Да. А зачем вы сделали Щербакова вот среднюю шутку? Вы выбрали язык. Я слова переписал у Жени Протасовой. Ну, можно сказать, на этом была написана песня. Ванечка, это главное людям. Давай, какая разница? Только перед этим, надо обязательно рассказать, что Забрийский поэт – это культовый фильм о том, чтобы спасать Землю. И все, маленькая вставка. Я просто взял, переписал слова, а там было уже изменено. А что было изменено? Куда?